Всем привет, друзья! У меня такая мысль сегодня назрела, и я в этом вложике хотел ее немножко поделиться с вами. Вы заметили вообще, что последнее время у нас идет такая борьба света со злом? О чем я говорю? Мы, спортивные блогеры, это свет, а есть блогеры, которые наоборот, ведут развратную какую-то жизнь разгульную, ходят там по клубам, бухают, курят и так далее. Это естественная тьма. И мы наоборот стараемся молодежь поднять из днища, а те дауны, они наоборот опускают молодежь на дно. И, короче, что я хотел сказать. Готовьте свои банки к битве. Как думаете, качки вынесут алкашей? Бесспорно. Сейчас в Ютубе вообще бред какой-то происходит. Ютуб банит те каналы спортсменов, которые рассказывают о стероидах, либо просто как бы кидают ссылки на стероидные препараты. Но Ютуб абсолютно не видит тех блогеров, которые бегают по крышам, которые бегают по мостам, которые висят на одной руке на огромной высоте, которые надевают презики себе на бошки, которые дегенерируют абсолютно и заставляют дегенерировать их подписчиков. Даже у меня, у чувака, который снимает абсолютно качественный контент без всяких стероидов, без всякой ерунды, и у меня почему-то урезали просмотры, и почему-то оповещения людям не приходят. Кстати, ребят, напишите в комментариях, приходят ли вам постоянно оповещения, либо нет. Возможно, наполовину как-то приходят, а потом не приходят. Напишите, короче, в комментариях. Ну, вот такие вот мыслишки мне на сегодня пришли, я вам их рассказал. Если вам понравились такие изложения от меня, то вы можете подписаться на мой инстаграмчик, я там частенько выкладываю тоже свои вот посты вот такие с мыслишками, и крутые фоточки, видосики, короче, ссылочка в описании. Давайте, а мы начинаем. Хе-хе-хей, друзья, едем на тренировку, и сегодня я попробую сделать идеальный передний виз. Последую вашим советам. Кто-то советовал там плечами держать, кто-то выгнуть поясницу, кто-то там вообще советовал что-то прессом как-то напрягать. Мы испробуем все эти ваши пожелания, советы, и посмотрим, какой работает лучше. Задача номер один для меня, конечно, это не защемить шею, потому что, блин, это опасное место у меня. Поэтому надо будет хорошо размять ее. Испугался? Я типа слышал, что кто-то подъехал. Как дела? Да нормально, вот тренируемся. Что, передний виз будем тренить? Данек, расскажи, короче, какие у тебя мышцы напрягаются в переднем висе. Данек у нас неплохо делает передний виз. Ну, сейчас я небольшую разгрузочку дал. Ну, какие мышцы у тебя напрягаются больше всего? Больше всего у меня напрягается это поясница. Поясница? И кор. А вот они вот говорят, поясница не работает, когда ты делаешь передний Она вес. Работает. Все, кто-то говорят, они не разбираются. Ну да, это бред. Плечами держишь, да? Или ты провисаешь в плечах? Плечами держу. Тоже. Держишь? Угу. Ну да, у тебя такие... Ну, хороший вис, в принципе, но руки не полностью разогнуты. Но там нет необходимости полностью. Ну что, друзья, сейчас сделаю разминку и попробуем все вот эти советы, которые вы давали. Жопу напрячь, напрячь плечи, напрячь поясницу. Короче, по одному совету все попробуем. А ты шею разминаешь, когда вот делаешь передний виз? Да. Тут Андрюха еще пришел. Андрюх, мне говорят, что мой передний виз, вот этот, который я делаю, говорят, его легко сделать. Ты сможешь такой сделать? Попробуй сделай просто. Ну просто на камеру, что типа это непросто. Они говорят, что это уголок. Это, они говорят, что это уголок какой-то, а не передний вис. Ну давай сделай, попробуй. Ну вот. Фиг он там провисит 10 секунд в таком положении. Ну что, друзья, давайте сначала попробуем первую вариацию переднего виса. Это я попробую просто не вот так с опущенными плечами делать, а их немножко вот такое движение сделать. Не знаю, получится или нет. Говорят пацаны, что должно помочь. Помогло, нет? Короче, напрячь плечи, это не помогает. Потому что я сейчас посмотрел, у меня плечи напряжены, а ноги вот так опущены вниз. Это не то, что нам надо. Погнали. Напрягаю задницу теперь. Фигня? Ну, опять-таки было прогнуто, но... Ноги, да, опускаются? Да тут даже не ноги, тут, короче, жопа прогибается. Жопа опять. Короче, когда я пытаюсь концентрироваться на какой-то из мышц, то у меня, блин, ноги вниз опускаются. Фигня какая-то. Сейчас попробуем просто стандартно сделать, как я всегда сделаю. То же самое или лучше? Опять-таки было прогнуто, но более-менее. Да? Ребят, сейчас сделаем зарубу с Андрюхой по выходам силой. Мы их оба не треним. И посмотрим, кто выиграет, короче, да?
Я буду третьим. Ну, в общем, выходы будут не чистые, а корявые. Андрюха скрипит, как дед старый, короче, у него все суставы там. Неплохо идешь. 8. Данек сказал, что сделает больше, чем мы вместе взятые. Давай. Я 20 сделал, я Илюха точно сделал. Они чистые были или нет? Не совсем, но я 20 сделал. Жесть. Вы можете спросить, почему Данек делает выходы хорошо, а мы как гнари делаем с Андрюхой. А все потому, что Данек их тренит, а мы их вообще не тренируем. Он все время так говорит и каждый день по 20-ки. И каждый день по 20-ки делает. Вот. А мы с Андрюхой делаем просто базу и с весом там. Я уверен, Андрюха больше Данька подтянется спокойно. И сделает на брусьях больше. Давайте зарубу. Я уже сейчас не буду. Заруба, сейчас отдохнем, короче. Кто больше подтягиваний сделает, я ставлю на Андрюху. Ну что, ребят, заруба теперь между Андрюхой и Даньком. Короче, спор, кто больше сделает чистых подтягиваний. Я ставлю на Андрюху, ты первый начинаешь. Без раскачки, до подбородка обязательно. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, повиси, 16, давай не подводи меня, 17, 18. Давай, давай, давай. Нет, это не считалось. 18. Да, может, еще сейчас может один. Девятнадцать пусть будет, нормально. Ну а что, пацаны? Сейчас попробую сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин. Ну что, теперь я подтягивания попробую. Мне надо хотя бы 30 сделать. Thank you.
Короче, Андрюха меня подвел, сделал на одно повторение меньше, чем Даня. Ёшкин кот. Солнце светит. Солнце мешает. Светит, да, вот. Крылья распухли, короче. Оса ужалила, и он поэтому проиграл. Печалька, чё. Все по центре, потренировались мы, соревнования провели. Вот такая вот небольшая, короче, влогинка получилась. Ты чё, демон, что ли? Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... Окей. И инсту вон Данёк сказал поставить в описании. Твою поставить? Да. Поставлю тогда их инсту в описании. Подписывайтесь на нас. Также заходите на сайт archomoris.com. И там крутые тренировочки. Вот, все. Пока.